Всем привет и хорошего настроения, дорогие единомышленники! Здравствуйте, все зрители нашего канала! Продолжая серию обзоров, листая старые пластинки, мы продолжаем разбор волшебной коробочки, в которой, ну, не скажу, что с 60-х годов, но довольно долго лежат вот такие замечательные диски из коллекции моей тетушки Валентины Павловны. Так, конвертик уже нам знакомый, ленинградский завод. С шпилем Адмиралтейства и корабликом на нем, символом нашего города. Вот. И что мы сегодня слушаем, как всегда, не глядя. Изымаем. На пластинке написано ручкой перьевой чернильной частушки. И буковка Ж. Логотип уже моей тетушки. А это логотип Ленинградского завода. Стрелка Васильевского острова, ГОСТ 56 года, пластинка второй группы по цене 3 рубля, соответственно, значит, выпущена до 61 года. Итак, нас 4, музыка и слова народные, Воронежский русский народный хор, художественный руководитель К. Масалетинов, какая фамилия интересная, массовик-затейник, Ленинградский совнархоз, УХП, управление химической промышленности. На второй стороне «Выйду зорькой на поля». Мелодия Ф. Митяевой, М. Зелениной и Ю. Золотаревой. Видишь, сколько авторов. Слова Г. Воловик, Воронежский русский народный хор, художественный руководитель, опять-таки, Массолитов. А запевает Е. Осипова Григорьева. Итак, сегодня для нас звучит Воронежский замечательный русский народный хор. Так, осталось определить, какая сторона первая. 26-558, 26-559. Так тому и быть, выйдем зорькой на поля. Это первая сторона. Ну что ж, включаем наш магнитофон на запись. А он уже установлен. Осталось нажать клавишу пуск. И на 9-й скорости мы с вами все это дело также и запишем. Приятного прослушивания. Народные, так сказать, песни тоже надо
это наше родное, исконное, русское. На второй стороне нас четыре. Музыка и слова народные. Так, внимание, мотор. Исполнял в свое время Воронежский хор. А я на этом откланяюсь. Спасибо за внимание. Всем привет и хорошего настроения. Всегда с вами Сергей.